назывался «Пловец». И как раз времена вот там что-то перед самой перестройкой, что ли. Вот, и режиссер вырезанную пленку умудрился, ну, вырезанные куски сохранить дома в холодильнике. Журналисты материал назвали «Пловец в холодильнике». А когда настала перестройка и все стало можно, он эти вырезанную пленку обратно в фильм вставил. Вот. А что там за куски фильма? Какие-то секретные материалы? Да вот фиг знает, можно погуглить фильм «Пловец». Когда создание где-то 80, что-то там, может быть, начало 90. И про что фильм-то? Ой, да фиг знает. Я вот только помню саму историю, что вот так могли поступить с вырезанной про что фильм. Надо загуглить. Вот не знаю, если честно, про что. Ну, название, «Пловец», если честно, ничего не говорящее. Кто пловец, куда у пловец, все нам неведомо. Ну, видимо, у человека был не один холодильник. Ну, может быть, у меня тоже ничего. Да-да-да, как он мог пленку? Можно пустить под пленку. Да там, нет, слушай, у меня тоже ты... мыши негде повеситься. Бобина, она примерно как вот консервная банка здоровенная. У меня не влезет. Же... У меня маленький холодильник. Думаю, что оттуда у нас было... большой холодильник, но туда холодильник уже это тогда... У меня тоже не влезает ни хрена, все, я пихаю эти кастрюли. У режиссера вполне мог быть какой-нибудь большой там, например. Не, у нас вот этот был большой, но он сдох. Народник, в Канны куда-то. Опять же, такие... Да, у нас вот этот ваш холодильник, это просто шкаф. Бирюсу, я помню. Он все уже, он просто шкаф. При желании, что я продуктовый дефицит, там вполне могла уместиться в какой-нибудь закуток, могла уместиться пленка. И там папа свои железяки чистил. То есть сколько он там навряд ли вырезал. Ну, он тек сильно, сильно тек прямо. Заморажился и тек, мы его не стали включать, потому что ну что-то все залито было. Все залито там вообще, я думаю, соседей потопим. Но он прямо реально тек. Ну так вот, а хорошо может, такая. Утром идешь, хлоп-хлоп, опять вот лужа вот такая может, нормальная. Может загерметизить где-нибудь там, чтобы не текло. Так мы его выключили, больше не включаем. Да всё. Ладно.